Районный дворец культуры Ешлек села Ермолаево стал местом проведения зонального этапа республиканского конкурса фестиваля «Жемчужина Башкортостана», посвященного историческим и современным легендарным личностям, оставившим заметный след в истории Республики Башкортостан и России. Участниками фестиваля стали 5 творческих коллективов из Стерлитамакского, Федоровского и Куюргазинского районов. Всех собравшихся приветствовала председатель жюри конкурса Лира Терегулова. Я думаю, сегодня на этой сцене мы действительно увидим наших жемчужин. Конечно, работу жюри предстоит очень сложная, выбрать из такого количества участников действительно достойных, но тем не менее, я думаю, на этой сцене мы сегодня увидим интересные постановки. Зрителям я желаю, чтобы вы познакомились с нашими в будущем состоявшимися актерами, которые будут потом, наверное, заниматься и продолжать. Ну и всем удачи, здоровья и, конечно, пусть на этой сцене сегодня не будут победители, а все станут победителями, и каждый получит удовольствие от сегодняшнего мероприятия. Успехов всем! Состав каждого коллектива – школьники в возрасте 11-17 лет, занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью по истории и культуре Башкортостана. Девиз фестиваля «Легенды ими стало навеки» определила темы их выступлений. Это были истории о жизни Салавата Юлаева, Рашита Султангареева и других прославленных сынов Башкортостана. Выступление коллектива школы номер 2 села Ермолаева было посвящено истории парка села, заложенного помещиком Шотом более 160 лет назад. Здравия всем желаю! Имею честь представиться. Владелец земли Оренбургской губернии, ваш помещик Ипполит Данилович Шот. Участники фестиваля показали свои сценические и актерские находки, чем порадовали как зрителей, так и жюри. Решением жюри обладателем третьего места стал коллектив школы номер 2 села Ермолаево, второго – коллектив Стерлитамакского района, первого – села Федоровка. Обладатель гран-при – коллектив «Искорки» деревни Илькиневе Куюргазинского района. Именно он станет одним из участников заключительного регионального этапа конкурса фестиваля «Жемчужина Башкортостана», который состоится в марте в поселке Раевка Альшеевского района. Гран-при для нас неожиданность такая, прям… Мы рады этому очень. Но это, конечно, не только радость, но большая ответственность. Мы должны сейчас показать за южную зону в республиканском конкурсе. Так что работа для нас продолжается. Мы думаем, и там победим. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.